Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Life Tourism. Сегодня у нас на обзоре измеритель мощности дозы EMD5. Так выглядит ящик, в котором содержится прибор. Если его открыть, то мы можем увидеть комплектность прибора. Вот так выглядит прибор в ящике. Такой у него внешний комплект. Сам прибор представляет из себя последователя DP5. Это прибор, который выпускался примерно в 90-х годах, еще когда СССР существовал. Данных приборов выпущено достаточно мало, потому что данный прибор выпущен в 1990 году. Соответственно, уже скоро близится конец СССР, и приборов сделано достаточно мало было, потому что, видимо, предприятие, которое их производило, перестало их делать по какой-либо причине. Ну, перейдем к комплектности прибора. Вот, соответственно, так выглядит сам прибор. Это, соответственно, чехол, блок детектирования и счетный блок. Мы видим на нем шкалу, кнопки, галетный переключатель. Но к нему мы вернемся чуть попозже. А пока что мы посмотрим, что в коробочке. В коробочке мы видим, соответственно, сверху вниз пойдем. Здесь у нас в самом верху находится штанга. Штанга у нас не такая, как DP5. У нее здесь на конце находится вот такое вот резиновое изделие, как на велосипеде. И она вот так вот выдвигается телескопически. Вот, она занимает меньше места, в отличие от ручки, от штанги DP5. Вот, и на конце у нее расположено крепление, аналогичное, как у DP5. В общем, изделие было модернизировано. Что у нас дальше? Дальше у нас идет документация. Это, соответственно, формуляр. Вот так он выглядит. Все находится в таком пакетике. Вот, здесь мы видим формуляр и техническое описание. Далее у нас идет комплект проводов различных. О них мы поговорим более подробно, когда перейдем к обзору самого прибора. Далее у нас идет zip, соответственно, пленочки, защитная лампочка запасная. Далее у нас тут лежат два ремня и головные телефоны. Ну и еще, конечно же, отверточка. Прям запакованная такая советская отвертка. Ну и батарейки уже современные. Сам ящик меньше, чем у DP5. Но суть похожая. Так что давайте перейдем к обзору самого конкретного прибора. Вот так выглядит прибор внешне. Что мы видим? Это получается такой же чехол, как у DP5. Он, конечно, видоизменен, но суть остается та же. Если мы откроем верхний отсек, мы здесь увидим, соответственно, различные рекомендации сверху на металлической пластине. Вот, я могу вам заснять крупным планом, чтобы вы почитали, если есть интерес. Далее мы видим лицевую панель прибора. На ней расположен стрелочный прибор, соответственно, надпись EMD5. Далее мы можем увидеть галетный переключатель.
вот, которые включают разные режимы прибора. Здесь мы видим также кнопку сброса и кнопку подсветки. На левой стороне прибора у нас находится разъем под головные телефоны. Он такой же стандартный, как у DP5. Также здесь видно крепление под ремни. На лицевой, точнее на передней панели прибора у нас находится номер. Вот, номер 820. В нижнем отсеке у нас находится батарейный отсек под крышкой. Туда мы еще вернемся. Также здесь выходит провод для выносного блока. Снизу у нас находится выносной блок в своем чехле. Вот так он выглядит. И, соответственно, под ним находится отверстие, куда можно что-то положить, допустим, там запасную лампочку или запасные, соответственно, пленочки. Вот. Перейдем к более детальному обзору. Чтобы включить прибор, нам потребуются батарейки. Вот такие батарейки мы используем, соответственно, сейчас сфокусируемся. R14 или C, 1,5 вольта. Нам потребуются две штуки. Сейчас мой коллега их вставит в батарейный отсек, заодно мы его вам покажем. Батарейный отсек открывается с помощью вот такого вот крепления. Крышка батарейного отсека у нас вот такого вида, без резиночки. Резиночка находится на корпусе. И сюда вставляются две батарейки. Вот. Соответственно, у нас тут нет третьей батарейки под подсветку, как в DP5. Батарея, ну, соответственно, две батареи выступают как питание для подсветки прибора уже как бы без отдельного элемента питания. После того, как мы поместили батарейки в их посадочные места, мы можем включить прибор. Чтобы включить прибор, сначала мы переведем положение тумблера в режим проверки. Здесь, получается, стрелка должна войти вот в эту черную шкалу. Однако у нас она не входит, потому что батарейки немножко потевшие. Но ничего страшного, прибор будет работать. Далее мы переводим тумблер в положение самое крайнее нижнее, чтобы измерить фоновое значение. То есть, соответственно, положение 0,1 на 10 во второй степени. Здесь на шкале мы можем видеть фоновое значение, то есть около 20 там, микрорентген в час. Также особенность этого прибора то, что он измеряет в радах, как приборы из США. Вот. Соответственно, мы видим фоновое значение, все в порядке. Теперь мы можем произвести проверку прибора с помощью контрольного источника, который находится в зонде. Сейчас мы покажем зонд, ну и заодно произведем проверку. Зонд у нас видоизменен. Он похож на зонд от DP5, но он выглядит немножко по-другому. Здесь у нас сделано гораздо больше окно под счетчик. Счетчик там находится SBM20 и еще один счетчик, это C3BG, соответственно. Произведем проверку, повернем рубашку на некоторый градус, и контрольный источник B8 покажет нам значение. Соответственно, нужно переключить галетный переключатель, чтобы значения были внятными. Сейчас у нас зашкал под диапазона. Еще один зашкал, то есть надо еще один уровень поставить. Коллега нажимает на кнопку сброса. Ну, классическая схема DP5, я думаю, многие знают. И вот у нас значение уже более внятное. Смотрим мы по верхней шкале. Итого мы получаем 19 миллирад или 19 миллирентген в час на третьем поддиапазоне, разумеется, условно. Используется контрольный источник B8, то есть стронций-ядревый, стронций-90, такой же стандартный, как в DP5. Прибор может озвучивать свои показания с помощью головных телефонов. Давайте мы их распакуем. Вот так выглядит упаковка. Соответственно, это стандартные головные телефоны, как у DP5.
Ну, обычные головные телефоны, я думаю, многие их знают. Ну, вот так они выглядят. Стандартные. И разъем у них такой же. То есть, соответственно, подключается он в боковую часть. И вы можете слышать показания прибора. Сейчас я их приложу к микрофону, и вы можете услышать, как звучит прибор. Коллега, поверните, пожалуйста, рубашку и давайте озвучим, как он реагирует на источник. Ну, вот так вот. Очень громко. Также необходимо продемонстрировать еще одно отличие IMD5 от DP5. Это подсветка. Подсветка здесь реализована по-другому, то есть лампочка находится под шкалой. Сейчас я выключу свет, и мы нажмем на кнопку подсветки, и вы ее увидите. Это свет излучается шкалой, потому что она накапливает свет, так же как на DP5. И мы нажимаем кнопку подсветки. Вот так выглядит подсветка. То есть подсвечивается верхняя часть шкалы. Вот, отпускайте. Ну и, соответственно, есть возможность, как бы, чтобы шкала накопила свет. Сейчас плохо видно, но результат немножко есть. Ну, вот так вот, соответственно, работает подсветка на данном приборе. Ее выгодная функция в том, что питание подсветки происходит не от отдельной батарейки, а от встроенного питания. Также подсветка включается не с помощью тумблера, а с помощью кнопки. По поводу этого решения, конечно, может быть спорно, потому что постоянно нажимать эту кнопку неудобно. Однако, если здесь питание происходит от батареек, которые питают сам прибор, можно, допустим, забыть тумблер выключить, и прибор сядет. Поэтому, ну, в качестве как бы защиты от того, что вы забыли выключить тумблер, это вполне разумное решение. Также, как уже было сказано, для прибора идут два ремня. Один на шею и один на пояс. Сейчас мы извлечем прибор из чехла, покажем, как он выглядит без чехла, и продемонстрируем оставшиеся в комплекте вещи. Измерим размер прибора. Пожалуйста, произведите измерение, коллега. Так, вроде 167 мм, тут 97 мм. Ну и в глубину у нас получается 102 мм. Отлично, наиточнейшее измерение, спасибо, коллега. Так, у нас остались некоторые вещи в комплекте. Вот такие вот. Сейчас мы покажем, как они работают. Для этого нам нужно открутить крышку батарейного отсека и извлечь батарейный отсек. Это еще одна отличительная особенность прибора, которую мы должны вам показать. Сняв крышку батарейного отсека, мы вновь видим батарейный отсек. Вот. Однако мы можем его достать. Он достается достаточно просто. Вот. Вот так он выглядит. Под батарейным отсеком у нас находится гайка под крепежный винт крышки и три пина под, соответственно, контакты батарей. Что и зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы подключить сюда делитель напряжения. Вот так он выглядит, чтобы питать прибор от бортовой сети автомобиля. Здесь у нас расположен тумблер, в котором можно переключить 12 вольт и 27 вольт, в зависимости от того, к какому автомобилю подключается прибор. Но также у нас есть отличная вещь. Это получается вот такой вот коннектор, который мы можем подключить к батарейному отсеку, чтобы вынести батарейный отсек за пределы прибора. Допустим, если на улице зима, и положить батарейный отсек в одежду, под одежду, чтобы батареи согревались от тепла тела и не теряли своих свойств. Этот батарейный отсек также закрывается крышкой и кладется под одежду. Очень
Простое, нехитрое и удобное устройство, которое позволяет продлить работу прибора в минусовых температурах. Это также отличительная особенность данного прибора. У DP5 такой функции нет. Также вы могли заметить, что здесь у нас находится какой-то непонятный отсек. Сейчас мы открутим крышку и покажем, что в нем. А для того, чтобы открутить крышку этого отсека, нам понадобится комплектная отвертка. Итак, мы открутили винты. Что мы можем увидеть? Достаем этот отсек, и мы здесь видим лампочку. Лампочка подсветки шкалы. И, соответственно, там можно увидеть шкалу, если мы посмотрим вовнутрь. Вот так. Очень просто, удобно. Еще одна отличительная особенность этого прибора, что можно, не разбирая прибор, заменить лампочку. В отличие от DP5, в котором нужно было именно разделять прибор, то есть снимать пломбы, и это достаточно сложная задача. Вот. Далее мы разберем прибор и покажем, что внутри прибора. Сорвем пломбы, ну ничего страшного, зато будет больше информации. Прибор разбирается так же, как DP5V. Здесь у нас расположены 4 винта, которые мы откручиваем и, соответственно, разбираем, разделяем две половины. После того, как мы открутили винты с нижней стороны, нам еще нужно открутить винт, который держит накладку галетного переключателя. После этих манипуляций можно разделять прибор. Верхняя крышка снимается, и что мы видим? Соответственно, крышка выглядит вот так. Здесь у нас герметично все сделано. Стекло на герметичном клее приклеено. Также у нас видно крепление резиночек для кнопок. На самом приборе мы видим печатную плату, стрелочный прибор и подстрочные резисторы для калибровки прибора. Чтобы взглянуть на печатную плату, нам нужно открутить всего лишь один винт. После его откручивания мы немножко приподнимаем плату, она выходит из паза и вот так вот на специальных креплениях откидывается. И мы можем видеть все, что на ней расположено, и все, что находится под ней. На печатной плате мы видим различные конденсаторы, также большой конденсатор серии МБ, стабилитрон и селеновый выпрямитель. Ну и разные резисторы и другие электронные компоненты. С обратной стороны прибора мы видим такую же картину, тоже печатная плата, и с помощью одного винта она крепится и также откидывается. Здесь мы видим трансформатор и другие электронные компоненты. То есть, в принципе, ремонтная пригодность присутствует и достаточно удобно ремонтировать прибор. Конечно, тут есть открытый галетный переключатель. Если прибор долго лежал в сырости, то первое, что выходит из строя, это галетный переключатель. Однако электронные компоненты очень просто заменить, потому что все печатные платы, они тоже вот так вот откидываются, и очень просто заменить какие-то электронные компоненты на них. То есть это несомненный плюс, это очень удобно. Выносной блок детектирования разбирается у нас достаточно просто. Он крепится на 4 винтах и опять же раздвигается. И что мы видим? Плата похожая на плату от DP5. Здесь у нас с одной стороны находится датчик на C3BG. И с другой стороны SBM-20. Вот такой был у нас прибор на обзоре. Мы совсем забыли вам сказать самую важную вещь в комплекте данного прибора. Это защитные пленочки. Такие защитные пленки, они служат для защиты блока детектирования от окружающей среды, чтобы его не испачкать в радиоактивной пыли. Вот такие пленочки у нас идут в комплекте, да. Они запакованы вот такую вот бумагу. Вот такие вот пленочки трогательные, собственно, надеваются на блок
детектированная пленка и затягивается, завязывается. Вот так это выглядит. Можете найти инструкцию на коробочках от резиновых изделий, если вам интересно. Ну, завязываются обычным образом, да, вокруг. И вот блок детектирования защищен от различных загрязняющих веществ. Соответственно, вот так это выглядит. Без пленок дозиметр не работает. Ну и на этом уж точно все. Такой прибор у нас был на обзоре, он достаточно редкий, этим обусловлена его цена. На данный момент она составляет около 4000 рублей. Соответственно, что можно о нем сказать? Это DP5, только он моментами улучшен. У него меньше ящик, и, ну, соответственно, все его отличительные особенности мы указали выше. Если будет желание приобрести приборы у нас с обзоров и другие вещи, они находятся у нас на Авито. Соответственно, если есть желание, то пишите в комментариях, вам будет ссылка. Ну и на этом, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.